Шакиру оштрафовали на 25 миллионов за неуплату налогов. В настоящий момент певица уже выплатила налоговой службе Испании сумму штрафа в полном размере, однако решение намерена обжаловать. Колумбийская певица Шакира была оштрафована налоговой службой Испании за налоговое мошенничество на 25 миллионов долларов. Об этом пишет The Daily Mail. По информации издания, певица уже уплатила обозначенную сумму. За свои действия ей грозил тюремный срок. Сообщается, что выплатив 25 миллионов долларов, она погасила задолженности по уплате налогов с 2011 по 2014 годы. Певица согласна оплатить налоги за 2011 год, однако решение по последующим трем годам намерена обжаловать, подав апелляцию. Поводом для этого является время, которое она впоследствии проводила в стране. За эти годы она находилась в Испании не более 183 дней. Ранее сообщалось, что клип Шакиры на композицию «Pure Feel» собрал миллионы просмотров. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.